Константин Евгеньевич, Флорина вам хорошо знакома, вы были здесь в качестве игрока, но сейчас в качестве тренера. Ваши первые впечатления при выходе на лед Флорин? В любом случае приятно вернуться, да, за, грубо говоря, второй мой дом. Довольно-таки долго провел здесь 6 сезонов, поэтому очень приятно. Ну, надеюсь, так же продуктивно будет, как и в качестве игрока. Когда в первый раз вот выходили, ступали на лед, какие воспоминания на вас нахлынули? Ну, в первую очередь, в любом случае, это чемпионские годы, поэтому, да, конечно, приятно, когда полные трибуны поддерживают тебя, побеждаешь. Юлайф сейчас при работе на льду поделены на две группы. Видим мы разные звенья по сравнению с прошлым сезоном. По какому принципу определялись вот эти группы, сочетания? В любом случае, сейчас работаем больше над объемом, поэтому, опять же, много молодых ребят должны проявлять себя. Мы посмотрим, кто на что способен. Павел, как впечатление от первой ледовой тренировки? Все хорошо, прошли тесты. Первый лед, он всегда эмоциональный, когда возвращаешься из отпуска. Рад всех видеть. Хорошие упражнения были, прогоночные. Посмотрели, как готовы ребята. Поэтому все пока на позитивной, комфортной ноте. Говорят, первая любовь запоминается на всю жизнь, а первый лед в предсезонке как запоминается? Да, я думаю, в предсезонке не только первый лед запоминается, там целых полтора месяца работы, они запоминаются каждый год. Поэтому все, что мы начинали раньше, я каждый год помню, как мы работали. Ты сам выходец из Талпара, сейчас тоже в команде много молодых игроков. Как их оценишь, что скажешь о том, как они проявляют себя? Ну, молодцы ребята, стараются, они еще вот приехали раньше, получается. Ну, Флорен тренироваться, там, Комаров, там, ребята еще. Готовится хорошая молодежь. Ну, я сам себя еще, конечно, стариком не считаю, но кто помоложе, да, ребята хорошие.